Продолжаем. Карту. Тут больше ничего нет. А нам надо в деревню, точно. Тут такое ощущение, как будто бы проход в деревню. Но он закрыт. Вот здесь закрыто все. Вот тут вот есть какое-то место, надо бы зайти сюда. あそこがパスカルが開けてくれた門みたいですね。 О, там ворота, которые для нас открыл Паскаль. А, открыла? Спасибо. Мы вас ожидали. Паскаль сказал нам о вас. Мы откроем ворота. О, отлично. Так бы сразу. Пожалуйста, проходите. Мы будем здесь сторожить. Спасибо. Игра говорит мне, не надо. Не надо. Удобно. Это кто? Папа.
смысле? Чё? Комфортная жизнь, у меня есть все, что мне нужно. Я была удивлена, что вы хотели поговорить со мной прям лично. В чем дело? Мы хотим, чтобы ты взглянул на кое-какие записи в твоей памяти. Точнее, чтобы ты позволил нам взглянуть на записи в твоей памяти. Понятно. Информация об Айту. Содержится в наших архивах. Мы понимаем, что она опасна. Но она никогда не приходила к нам в деревню. Извините. Это все, что я могу, все, что я знаю. Понятно. Ладно, спасибо. Давай вернемся в лагерь сопротивления. Уточним. Еще что-нибудь. Тут квест появился. Вот только что мы там проходили, там не было квеста. Теперь появился. И тут какой-то квест теперь. В деревне. А, нет, а это не в деревне вообще. А, это в ущелье. Так, нам надо вот сюда, нам надо в пустыню, чтобы сделать вот тут фотку. Ну, не фотку, но типа место, короче, запечатлеть. Нам надо в этот, в ущелье, вот туда, и в лагерь сопротивления. Куда двинемся? Вот эти две точки самые ближние. Так, давайте сначала сходим. Что там за квест, посмотрим. Почему ты спросил у Паскаля информацию об Эйту? Типа, не согласовав все это с командированием, Я не то чтобы против твоей такой. Только не забывай, что все машины наши враги. Послушай, 2B. Я сегодня смотрела картинки цветов. Их не очень много осталось в записях бункера, но... Нашла цветы, которые очень подошли бы тебе, типа если вставить их в волосы. Короче, говорит, нашла такие цветочки, которые вставить тебе в волосы очень будет симпатично выглядеть. Она говорит, мне это нафиг не надо. Она, не, ну что ты...
Типа, девушкам это важно. Найду еще что-нибудь милое, я тебе сообщу. Она говорит, не надо мне такая информация. Не нужна. Извините, не успеваю я диалоги переводить прямо вот на ходу. Озвучивать, по крайней мере. Эй, друг, ты слышал? Вы слышали все эти слухи о месте, где деревья, всякие заросли, листья, замок, построенный королем машин, королем роботов и огромное сокровище? Которая спрятана за закрытыми дверьми или воротами или чем-то еще. Я прям. Мне прям интересно, что уже это может быть. И хотелось бы мне самому найти это и, в общем, увидеть это сокровище. Анализ. Эта машина верит, что сокровище расположено в лесном королевстве. Предложение расследовать это. Так. А где? Ого. А где это там можно, блин? Капец, тут зона огромная. Что-то не получается. Там большая зона. Не знаю, стоит ли. Тратить время на это. Сохранимся сначала. Это здесь. Ну что там вот наверху?
типа тут два сокровища, а одно вот там вот. Мы уже прошли эту зону, скорее всего, наверху там. А одно здесь. Получается так, что ли? Типа плевать, сражаться со всеми не обязательно. Я даже сказал, ни с кем сражаться не обязательно. Это не то. О, анализ. А, нет, не то. А, это... Это не очень ценная вещь, но она может быть связана с предполагаемым сокровищем, спрятанным в королевстве. Стоп, значит, мы это видели уже. Предположение. Предложение. Сохранить. Стоп, а мы же где-то еще находили такое. В самом начале, по-моему. Блин, а я, значит, пропустил это место. В самом начале должно быть. Алена. Там снизу, по-моему, да, что-то есть. Типа сверху мы тут были. Собственно, мы дрались. Сейчас еще раз проверю, все ли тут взято. О. На уровень ниже спрыгнуть. Интересно.
нет смысла. Не вижу, как тут. А, вот так. Я кузнец Масамуне. Вижу, ты хорошо заботишься о своем оружии. Однако я бы с радостью натащил его, если пожелаешь. Наточи. Вот твой белый меч. Мой мастер сделал этот меч очень давно. Это был мастер, который сделал 4 черных и 4 белых оружия. Но они пролили столько крови, что мастер отправил их в разные просто места по всему миру. Однако думаю, что ты пользуешься им на благо. Если это так, ты можешь поискать остальные. В других частях света, короче. Это все прекрасно. А где этот? Как пройти туда, куда мне надо? О, анализ. Это принадлежит машине. Это мусор? Это не ценная вещь, но она как-то связана с сокровищем в Лесном Королевстве. Надо предложение сохранить это. Но это еще не все получается. Все еще тут есть еще. Сокровище еще где-то есть здесь? А где она еще может быть? Еще раз проверить надо то место. Блин, так знал, что это надолго. Мерзкая хрень, а?
тут, по-моему, где-то тут есть. Вот спуск вниз должен быть. Иначе как вот там вот снизу поднялся? Я не выполнил. Я тут не был. То есть, а еще ниже нельзя спрыгнуть? Отсюда мы пришли. А, точно. Как наверх подняться? Тут наверх нельзя подняться, только вниз. Что-то я запутался, извините. Вот отсюда мы приходим изначально. А, все понял. Нам надо сделать опять вот этот крюк в тот холл. Мы дважды в той комнате находимся. Блин. Да ё-моё. Там какое-то что-то лежит, какое-то сокровище. Тут. По идее, здесь уже не может быть, на самом деле. Все равно интересно, что тут. Есть отверстие под ключ. Требуется подходящий ключ.
Блин, а где же сокровище-то именно? Ищем сокровища. Ну. Может быть, здесь она была? Точнее, есть. Хотя вряд ли. Судя по карте, нет. Ой-ой-ой, нет, нет. Может, сокровище в этом роботе? Просто что подумал. Надо его уничтожить. Так, тут никакой не выпал. Все зазря. А где сокровища? Непонятно.
интересно, что будет, если столкнуть. Конечно, блин. То есть нельзя столкнуть. Опа. Не, вот этот лут я могу взять. Я снизу, снизу пойти. А вот этот лут. Фух, чуть не упал. Твою мать. Пошли, блин, быстро. Нет, это не то. Блин, все зря. Анализ принадлежит машине. Так это мусор? Это не ценная вещь, но она как-то связана с сокровищем. Лучше сохранить. О, их можно собрать в определенном последовательности. Анализ, анализ. Анализ завершен. Их можно собрать в ключ. Предположение. Ключ принадлежит к двери, которая ведет куда-то туда. В библиотеку. Библиотека. Опа. Ес, мы все собрали. Шикарно. Помчались. Блин, нет! Грёбаная каракатица. Требуется подходящий ключ. Ключ подошел. Король. Защитить могилу короля. Наружное проникновение. Устранить проникновителей.
Воу. Воу. Не ходи рядом со мной, блин. Майонез, отвали от меня. Блин, больно бьет. А нам надо вообще с ним драться? Можем пройти просто. Это король? Нам, наверное, надо победить все-таки его. Блин, Майонез, ты можешь вообще ходить? Блин, какой он тупой. Давай, атакуй его со спины, Майонез. Это будет долгий бой. Слушай, это мое самое сильное оружие. Секундочку.
Да ё-моё. Это... 何か書いてある? Здесь что-то написано. Написано, здесь лежит король нашего леса. Внимание. Есть определенная информация. Можете ее сохранить. То есть какие-то данные. Письмо лесному королю. Это и есть сокровище? Да, жалко, что здесь не лежит какое-то действительно сокровище. Да, это был потненький такой дядя. Потненький дядя. Все, блин, хилки потратил. Слушай, мне реально очень мало хилок. Откуда мы пришли, я просто не помню. Отсюда, по-моему, да? А я это письмо могу прочитать там? В смысле, я его не вижу здесь.
О, вы нашли записи короля леса. Типа, это круто, я надеюсь. А, я предполагаю, вы победили его королевскую стражу. Спасибо. Я не очень хорошо умею разговаривать, поэтому со мной особо никто не говорит из-за этого. Ну, типа, вы понимаете, типа. И кому вообще не пофиг на это лесное королевство и на этого тупого короля? Что он там думает? И... Короче, хорошо, что они все сдохли нафиг. Пофиг вообще. Ха. Спасибо. Спасибо, что вы их сделали мертвыми. Потому что они куча мусора, железа. Не понял. Он так горел этим, типа, я хочу найти сокровища, а сейчас такое несет какую-то чушь. Если я правильно перевел, но он, походу, так сказал. Что-то... Они принесут это, они принесут это. Приведут это, они приведут это. Заладил, короче, они приведут это. Чего? Ты в порядке? Ладно, давайте сохранимся, и на этом мы закончим на сегодня. А завтра пойдем. Завтра уже пойдем по другим квестам. Тут самый ближайший сейф, поэтому я отсюда добегу, сохранюсь. Все. Здесь можно сохраняться. Не очень понял, что он говорил. Типа, они приведут это, они приведут это. Что они приведут? Странно. Ладно. Тут очень много всяких тайн, таких недоговорок. Ну вот. Потом узнаю. Ладно, спасибо за просмотр. Пока.